Уважаемые львы и львицы, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. С вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на май месяц. Каким для вас будет этот период? Расклад подойдет и женщинам, и мужчинам. Для начала я рассматриваю ваш общий запас энергии, ваши основные мысли, цели, задачи, которые вы перед собой ставите, ваше здоровье, в общем, работа, дела, бизнес. Для тех, кто имеет основную занятость, мы также рассматриваем. Те, кто в поиске работы, берем карты также и для вас. Рассматриваем ваши финансы в общем, ваше финансовое поле, что ждет наши семейные пары в личной жизни, в отношениях, в ваших домах, и также всех тех, кто продолжает оставаться в свободном поиске. И в раскладе также еще будут участвовать две карты форс-мажора или скрытых факторов, отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Но эти карты мы берем в самом конце. Сегодня я работаю на колоде Чиро Марчетти, Таро снов. Колода предварительно подготавливалась, но для того, чтобы вы настроились, расслабились, а колода настроилась на вас, я ее еще немножечко перетасую, а ваша основная задача все-таки успокоиться и расслабиться. И только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать. Колода полностью готова. И мы с вами можем начинать. Итак, ваша первая карта на начало этого периода. Уважаемые львы и львицы, все карты вашего расклада перед вами. Глядя на все то, что я вижу перед собой на столе, могу сказать о том, что для многих этот месяц будет вполне успешным, продуктивным. Вы многие сферы своей жизни сможете подтянуть. Главное, чтобы вам не мешали ваши основные страхи и сомнения, которые есть в вашей душе. Я вижу, что есть какие-то семейные сложности, которые вас беспокоят, может быть, в настоящем дне, и в этом периоде могут быть переживания из-за чего-то в вашем сознании, в отношении дома. Но все не так уж плохо и все не так уж критично, как могло бы показаться на первый взгляд. Первой картой для вас выпал рыцарь мечей, но в данном случае это дама мечей. Карта благоприятная для женщин. Она говорит о том, что вы излишне где-то нервничаете, но у вас прекрасный интеллект, прекрасная логика. Умственные процессы в вашей голове, постоянно идет работа сознания, аналитики, анализа происходящего, и вы ситуацию своей жизни способны трезво оценивать, а это немаловажно. Для женщин эта карта предполагает то, что вы куда-то постоянно спешите, торопитесь, мчитесь, для вас важно все успеть. Ваше сознание и ваши помыслы чисты. Многие из вас благородные люди, которые способны помогать другим. Я сейчас говорю конкретно о женщинах, потому что карта указывает именно на женщин. Но у вас, я вижу, что есть скрытые враги. То, что касается внешнего мира, есть какая-то некая зона риска или того, что, возможно, вы какую-то информацию воспринимаете в штыки, либо вы слишком чем-то прямолинейны, и кто-то может чем-то не поддерживать вашу позицию. И многие из вас постоянно находятся в боевой готовности. Это касается абсолютно всего – дома, работы, личной жизни и мира, и политики в том числе. Также рыцарь мечей для женщин говорит о том, что вы очень конкретная дама. Вы способны высказать в лицо любому человеку все то, что вы думаете. Но, конечно, не каждому это нравится. Поэтому кто-то может затаить зло, может быть, кто-то затаил зло на вас ранее, поэтому враги у вас есть и могут появляться и в этом периоде. Поэтому все-таки проявляйте осторожность, что бы вы ни делали, что бы вы ни решали и с кем бы вы ни общались. Если говорить о мужчинах-львах, то большое влияние на вашу жизнь в мае месяце будет иметь женщина. Может быть, это та женщина, с которой вы будете связаны текущими делами, может быть, какими-то дорогами, поездками, общими планами. И от решений женщины зависит много. Если говорить о женщинах, то для вас первая карта тоже может говорить либо о состоянии дорог, либо о том, что вы ведете очень активный образ жизни. И в этом периоде у кого-то из вас тоже могут быть какие-то важные поездки, дороги, о которых вы уже размышляете в начале этого месяца.
Но пока или эти дороги, или что-то связанное с определенными дорогами, может быть в сложностях, и это вызывает дополнительные волнения. Если говорить о состоянии вашего здоровья, то я вижу, что внутри вашего организма есть какие-то скрытые процессы, тех, которых вы не видите. И вот эта карта говорит о том, что не мешало бы многим из вас пройти дополнительное обследование, даже если нет видимых причин для беспокойства. Сделайте это планово для себя. И даже если где-то и будут недочеты по здоровью, вы вовремя что-то сможете подкорректировать. Почему-то карты мне говорят о желудочно-кишечном тракте, селезенка, почки, вегетососудистая нервная система тоже. Карты призывают вас к тому, чтобы вы были более спокойны, в особенности, если говорить о женщинах. Где-то вот эти излишние эмоции или излишняя порывистость вам может в жизни немножечко мешать. Что будет происходить в рабочей, деловой сфере всех тех, кто имеет основную занятость? И на дела, на бизнес, на работу для вас выпали две замечательные карты и обе десятки. Одна из них – младший аркан, вторая – старший. Обе карты предполагают какие-то новшества, изменения, перемены, но благоприятные. Многие из вас могут что-то в основной работе улучшить, начать или запустить дополнительные новые проекты, тоже для вас возможно. Вам в чем-то обязательно должно повести, потому что по колесу фортуны это любые новые возможности, которые могут входить в вашу жизнь в лице новых предложений, новых людей. Поэтому не упустите свои шансы. Великолепные карты для семейного бизнеса, для коллективной работы. Вы люди командные, вы умеете договариваться с другими, но при этом у вас есть прекрасные лидерские качества. И вы многих других людей способны еще за собой вести. Десятка монет предвещает очень хорошие доходы в этом периоде, но и возможность их приумножить. Может быть, у кого-то появится возможность куда-то свои деньги выгодно вложить. И я так полагаю, что вы готовы будете рисковать. Если вы работаете на себя, ваши деньги в постоянном движении, в круговороте, возможно, вы их куда-то вкладываете, но эти вложения будут абсолютно оправданы. У тех, у кого работа связана с выездами, либо с расстояниями, либо с зарубежными партнерами, тоже ваши дела будут идти в гору. Все здесь неплохо. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в май месяц вошел без работы. И первой картой для вас выпала семерка монет и четверочка монет. Обратите внимание на то, что две карты монет. А это говорит уже о том, что без денег вы не будете. Возможно, у кого-то сохранился старый денежный запас, резерв. Накопленные денежки ранее помогают продержаться на плаву вам сейчас. И вы, может быть, ждете каких-то хороших или выгодных предложений, потому что семерка монет предполагает то, что вы чего-то ожидаете. Но я не вижу, чтобы вы сидели без дела. Возможно, есть какое-то направление или род занятий, которое все-таки помогает вам удерживаться на плаву. Это может быть как подработка. Если говорить о чем-то стоящем, то к любым предложениям из внешнего мира вы подходите очень серьезно. Вы считаете, что лучше не поспешить, чем сделать ошибку. И в конечном итоге я вижу, что вы поступите правильно, потому что работу найти в конечном итоге вы сможете. Тут, правда, ожидания, да? Вот и есть все-таки момент ожидания. И я вижу, что рядом с вами есть человек. Это может быть кто-то, кто к вам ближе всего. Тот, кто вас все время пытается как-то поддержать. Как только вы для себя что-то найдете, а работу вы найдете, я вижу, что вы тут же будете стараться по чуть-чуть, понемногу денежки откладывать. Многие из вас, тех, кто без работы находится в состоянии жесткой экономии, вы себе готовы где-то в чем-то отказывать, лишь бы сохранить деньги и не потерпеть убытки. И это тоже правильное решение, потому что позже у вас все-таки появятся возможности, потому что все-таки в центре вашего расклада, в кресте вашей жизни, выпали две карты развития. Одна из них – это дама монет, а вторая – карта старшего аркана императрицы. Поэтому, если меня смотрят женщины, вы 100% сможете развиваться. Многие, у тех, у кого есть основной источник доходов по даме монет – это стабильные заработки, но по императрице – это дополнительные возможности во внешнем мире, это ваши таланты, это может быть какой-то ваш творческий поиск,
может быть, ваши какие-то дополнительные хобби и увлечения, которые тоже вас будут радовать. И вокруг вас все время будет находиться большое количество людей. Но есть какая-то конкретная женщина, с которой вы, может быть, обсуждаете что-то и касательно дома, и касательно работы. Это может быть мать, это может быть преданная подруга или важная особа из внешнего мира. И вот эта женщина, которая может быть немножечко постарше, либо в чем-то более опытная, дает вам какие-то нужные советы или нужное направление в плане финансов, в плане работы. Даже если вы до какого-то момента находитесь без работы, вот эта женщина вас будет всячески поддерживать. Если меня смотрит женщина, возможно, вы сами еще кого-то финансово будете обеспечивать, это может касаться вашей семьи или ваших детей. Если говорить о мужчинах, то на ваши финансы или на рабочие процессы могут влиять две женщины, либо от двух женщин что-то зависит. Но эти женщины для вас как опора и как надежные советчики, поэтому на этих двух дам вы можете рассчитывать. Это может быть и кто-то из вашего дома, но может быть вы с какой-то женщиной связаны по работе или финансово. Если говорить о ваших собственных вложениях, я сейчас говорю о мужчинах, если вы хотите во что-то вложить денежки, то здесь тоже советоваться все равно будете с женщиной и, скорее всего, не с одной. Обе женщины мудрые, и вы избежите тоже ошибок и потерь в плане бизнеса и денег. Что происходит у наших семейных пар, в ваших домах, в ваших семьях? Первая карта для вас выпала — четверка жезлов. Карта очень стабильная, карта благоприятная, и она говорит о том, что вы очень привязаны друг к другу. В этом периоде вас могут ждать какие-то семейные небольшие праздники, торжества, посиделки, встречи с родными. В доме есть стабильность, и во многом эта стабильность обеспечена благодаря женщине, потому что здесь женщина выступает как хранительница очага, но на своего мужчину тоже во многом вы можете рассчитывать. В отношении быта ваших близких и родных почему-то очень много страхов. Эти страхи в большей степени завладевают вашим сознанием в вечернее время суток, и у кого-то может быть бессонница, очень много размышлений о жизни, о собственных ошибках. Вы почему-то боитесь того, что либо вы что-то не доделали, либо кому-то недостаточно помогли, либо вы считаете себя в чем-то виноватыми из-за того, что у кого-то что-то не ладится рядом, но это не так, вы все делаете правильно. Очень много страхов по поводу того, сохранится ли ваша семья, как будут развиваться ваши отношения в будущем. Но я вижу, что вы умеете эти страхи контролировать. И я не вижу, чтобы вы расстались. Повторюсь, что очагом или направляющей в этих отношениях все-таки является женщина. Что ждет наших свободных львов и львиц? И для вас выпало два подряд старших аркана на сферу любви. Поэтому то, что касается личной жизни, для многих из вас личная жизнь выходит на первый план. Карта влюбленных может говорить о том, что кто-то из вас уже стоит перед выбором, и рядом с вами есть человек, которого вы искренне любите, и человек, который искренне любит вас. Но карта высшего суда может говорить о том, что кто-то из вас не до конца свободен, или вы имеете дело с несвободным человеком. Вот эта карта может показывать бракоразводные процессы, или то, что вы хотите вступить с кем-то в отношения, но сами, допустим, пока еще не свободны. В вашу жизнь вмешиваются сами высшие силы. В какой бы ситуации вы ни находились, у каждого она своя. Но вот эти две карты говорят о том, что вам ничего не нужно бояться. Во-первых, ваш ангел-хранитель будет вас всячески поддерживать. И обе карты показывают высшие силы. Эта карта показывает архангела Гавриила, который помогает в любых сложных начинаниях. А в любви и в отношении дома, семьи или вашего приватного пространства есть какие-то сложности или какие-то очень сложные задачи. У кого-то могут быть дети от прошлых отношений, и для вас также немаловажно что-то утрясти или уладить в всех отношениях. Если вы на сегодняшний день встречаетесь, то человек, который рядышком с вами, любит вас всем сердцем и душой, но каждый из вас сейчас имеет свои сложности. Вы вместе будете пытаться объединить свои усилия, свою любовь и друг другу всячески помочь. Может быть, у кого-то ребром будут стоять имущественные вопросы, и несмотря на то, что, по идее, вы сами хозяева своей жизни,
как будто бы вы еще зависите от кого-то или от чего-то. Может быть, вы вынуждены еще кому-то в ближайшем окружении помогать тем временем, когда вам, может быть, самому или самой нужна определенная помощь. Но эти карты говорят о том, что вы не должны ничего бояться, и если любите, продолжайте любить, и не нужно терять того человека, который рядышком с вами. Для тех, кто по-прежнему остается одиноким, обе вот эти карты говорят о том, что ваше одиночество будет недолгим. Очень скоро вы встретите человека, с которым очень надолго останетесь вместе. Ну, а теперь возьмем карты неожиданности или форс-мажора для женщин и отдельно для мужчин. Для женщин на форс-мажор выпала карта шестерки монет. Карта замечательная. Она говорит о том, что финансово будут получаться какие-то сделки, вам удастся с кем-то договориться. Или куда-то вы сможете удачно или правильно свои деньги вложить так, чтобы эти деньги еще работали на вас. Если вы кому-то будете помогать, то люди, которым вы помогаете, окажутся благодарными и в свою очередь впоследствии чем-то помогут вам. Но даже если вам в какой-то момент понадобится помощь, она придет из вашего ближайшего окружения. И даже если на что-то вам понадобится гораздо больше денег, чем те, что есть в наличии, вы с кем-то по поводу денег сможете переговорить, и нужная сумма у вас окажется в руках. Для тех, кто работает на себя, вложение в свою работу – важное приобретение, важные договоренности. Великолепная карта на любого рода партнерство. И у вас здесь с кем-то есть очень надежный союз. Поэтому для многих из женщин этот месяц будет очень и очень благоприятным и стабильным. То, что касается мужчин, что нужно знать вам? Для вас на форс-мажор выпала тоже замечательная карта старшего аркана императора. Император – это человек, который управляет не только своей жизнью, но и жизнью других людей. Поэтому многие из вас волевые, самодостаточные люди, лидеры по натуре, которые не будут ждать манны небесной. Я вижу ваши активные действия и в отношении дома, и в отношении работы, и в отношении финансов. Это карта самодисциплины, тактики и стратегии во всем, чем бы вы ни занимались, и это приведет вас к успеху. Но если говорить о мужчинах, то вы также этого должны требовать и от тех людей, которые находятся в вашем окружении. Эта карта может показывать еще одного мужчину в вашей жизни, влиятельное лицо. Этим человеком может быть кто угодно, но этот человек вам поможет решить какую-то очень сложную задачу. Не исключу, что все-таки этот человек либо должностное лицо, либо человек при определенном статусе или погонах. Если говорить о мужчинах, здесь какие-то есть родовые сложности. У вас может кто-то болеть из старшего поколения, и у тех, у кого живы бабушки, дедушки или родители, тут кому-то, возможно, нужно будет помочь, но вы сможете это сделать и кому-то оказать вот эту нужную поддержку. Но как бы вы ни были умны, талантливы, чего бы вопросы ни касались, советуйте женщиной, той женщиной, которая в вашей судьбе является номером один. И от вот этой императрицы во многом зависит ваш успех. Уважаемые львы и львицы, таким для вас был расклад на май месяц. Расклад получился очень даже неплохой. Я вам всем желаю удачи, мира, процветания. Помните о том, что каждую неделю выходят недельные развернутые прогнозы, в которых я вас всех жду. А сегодня всем до свидания.